Это будет размещение видеороликов о переписи на телевидении и выступления на местном радио. Вот так с начала 2020 года на улицах города будет появляться информация о переписи населения. Многофункциональные комплексы, торговые центры и обычные магазины оборудуют специальной техникой, где разместят все необходимые сведения. С 8 утра до 20:00 будут ходить по домам. Не обошлось и без нововведения. Ответить на вопрос анкеты получится и в онлайн-режиме через портал госуслуги.ру круглосуточно, а также в отделениях МФЦ с 8 часов утра до 20:00. Каждый человек может в любое удобное для себя время, особенно это молодежи касается, потому что молодежь и ночами сидит в интернете, понимаете, он может и ночью переписаться, и днем, когда ему будет угодно. Во-вторых, это если человек что-то забыл, что-то его отвлекло, он может сегодня половину вопросов ответить, завтра другую половину вопросов ответить, потому что на госуслугах это все сохраняется в черновиках, и оно не исчезает. Еще ранее перепись населения в Севастополе и Крыму проходила 5 лет назад. Тогда новые субъекты только вошли в состав Российской Федерации. Результаты следующей переписи покажут, как изменилось население города за это время. Марина Купренко, Андрей Вовк, Севастопольское телевидение.